Здравствуйте, мои дорогие. Я уезжаю в Египет, и вот сегодня, в ночь с 7 на 8 марта, я собираю вещи. И есть одна печальная проблема, которая меня все гложет. Это потерял я iPhone свой. Ищут его. Ну ладно, посмотрим, что из рубашек и из штанов я возьму с собой в Египет. Я возьму с тобой вот эти вот джинсы. Одни единственные нормальные джинсы сестра подарила. И возьму с собой вот эти вот джинсовые шорты. Одни единственные джинсовые шорты, которые еще выглядят более-менее цивильно, по-мужски. Конечно, он не без пятен, но что поделать. На безрыбье и рак рыба. Все, это штаны с дыркой брать я не буду. Возьму еще вот эти вот две рубашки. Это вот моя самая любимая рубашка. Сестра подарила. Моя надежда и опора. И внутри еще есть белая рубашка. Я даже снимать не буду, просто потом аккуратненько сложу. И возьму. Хотя, может, я их сразу сложил. Правильно. Сразу сложу лучше, чтобы все было готово. Последний момент, чтобы не заморачиваться. Как рубашку сложить, я еще не научился. Ну, как-то вот так вот. Что-то в этом роде. Это будет под вот этот галстук. У меня белая рубашечка. Конечно, она уже не такая белая, как должна быть. Ну, я думаю, ничего страшного, если я ее один разик одену. Места на сумке много не занимаю. Еще у меня есть третья рубашка, без которой, наверное, тоже будет скучно. Третья рубашка. Моя праздничная рубашка, она тоже уже старая, ей тоже много лет, но она до сих пор в моих глазах пользуется спросом. Задолбали эти старые шмотки, ничего не нормального, приходится выбирать всякого старья. Это жизнь нищета, мне надоело, мне это все нищета, блин. Говорят, поговорка есть такая, молодость глупа. Я вот чувствую, что постепенно мне тоже глупость приедает.
сожгусь, не выдержу. И выкину все нафиг. Ну что? О, есть еще такая рубашка. Тоже возьму с собой. Эта рубашка, по крайней мере, такая интересная. Грязная, конечно, но интересная. Может, и не возьму с собой. Что это за белая ткань? Один раз одену, нормально будет. Может, там еще находиться очень долго. Все, на этом, наверное, и закончим. Вроде бы чистая. Вроде бы сойдет. Что у нас еще? Что-то дверьки эти скрипучие. Блин, есть у нас еще здесь рубашки. Правда, они такие староватые. Не знаю, даже брать, не брать. Может, хотя бы одну взять, кого-нибудь. Я не знаю, короче. Какой-нибудь из этих. Вот эту посветлее. Да, возьму вот эту посветлее. А эту оставлю дома. Куча кофточек, куча. Маечек. Все, теперь надо это убрать все как-то в одну кучу. Уже спать хочу. Не люблю эти сборы. Много ненужного взял. Придется как-то урезать, рассчитать все по дням, чтобы потом не была сумка тяжелая, самолет туда-сюда таскать, неохота, тяжело, тяжесть. Счастья вам, удачи, встретимся в Египте, как бы. Я не старался, а все равно новых вещей мне придется брать то, что есть. Пусть у вас всегда все будет, все, о чем вы желаете. Еще раз праздником вас, женщины, видите, уже буквально сегодня ночь с 7 на 8, значит, сегодня уже как бы 8 марта. Любви вам, добра, счастья.